Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-Доктор. Давайте приступим к видеоуроку. Для работы с цветом мы можем установить еще один плагин, который также будет, безусловно, нам полезен. Называется он Color Palette. Brackets Color Palette. Установим данный плагин. Нажимаем закрыть. Теперь мы видим, что у нас появилась справа иконочка от данного плагина. Если мы откроем любую картинку в нашей папке с проектом, то мы можем нажать эту кнопочку и выбрать нужный нам цвет в любом месте в этом файле. Слева мы видим окошко, где мы можем выбрать цвет, а здесь появляется код цвета. Слева у нас код текущего цвета, а справа тот, который мы выбрали при нажатии левой кнопки мыши. Также мы можем поставить галочку «Копировать в буфер обмена». То есть мы выбираем цвет. Не очень удачная картинка, практически все цвета серые и черные. Но давайте выберем вот здесь серый цвет. И теперь мы можем перейти, нажать Ctrl-V, и мы видим, что данный цвет был у нас уже в буфере обмена. И мы просто вставляем его в нужное нам место. Думаю, этот плагин вам очень сильно поможет при выборе цвета, когда нужно будет найти определенный цвет на картинке, и вы сможете это сделать очень удобно и быстро. До новых встреч в следующем видео. Не забывайте также подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, переходите к следующим видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!